Торжественное открытие магазина, которое сопровождалось концертным представлением и выступлением аниматоров для детишек, посетили и провели глава города Хасавюрт Зайнуддин Акмазов и бизнес-омбудсмен Дагестана Мурат Далгатов. Предприниматели подчеркнули, что получили максимальное содействие и поддержку региональных властей. Аналитиками было выбрано наиболее удобное для горожан место. И, как отметил градоначальник Зайнуддин Акмазов, именно благодаря таким торговым объектам и меняется облик города. Он становится привлекательным и удобным для проживания. Приветствуя всех участников сегодняшнего мероприятия, я хочу обратиться к горожанам. Уважаемые горожане, здесь в городе сегодня открывается новое торговое предприятие, прекрасное, красивое. По мере того, как в городе будут открываться вот такие магазины, будет меняться облик нашего города. Это красота, это рабочие места. Мы должны всячески помогать, приветствовать тех, кто идет в город вот с такими предложениями. Открывая такие магазины, предприятия, мы со своей стороны будем им помогать. Надо поблагодарить всех тех, которые создали этот магазин. Я хочу пожелать, чтобы у них был успех, торговый успех, а советы говорят, база большая. Спасибо. Выступая с приветственным словом, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурат Далгатов отметил, что такие магазины и такое предпринимательство должны стать примером для бизнеса, так как работают в правовом поле, расширяют налоговую базу и дают государству возможность нести бремя социальных нагрузок. Согласно мнениям экспертов сети магазинов «Акула», рынок детской одежды и аксессуаров в Дагестане в общем и в Хасавюрте в частности является очень перспективным. Жителям Хасавюрта предоставлены многочисленные варианты летней одежды для детей в возрасте от 0 до 14 лет. Дизайн одежды разрабатывается нашими работниками в головном офисе компании, сказала менеджер по развитию франчайзинга Дарья Кузнецова. Магазин достаточно широк, и мы надеемся, что каждый житель города Хасавюрт сможет найти что-то для себя. У нас представлен товар для детей в возрасте от 0 до 14 лет. Преобладает на данный момент школьная коллекция. Также есть летний ассортимент. Кроме того, у нас большая линейка обуви и аксессуаров для новорожденных. «Акула» должна хорошо вписаться в эти условия. Кроме того, мы уверены в нашем партнере. Подкрепив наш тандем продуманными промо-активностями, мы рассчитываем получить отличный результат и двинуться дальше, расширяя свое присутствие. «Мы не боимся конкуренции. Она для нас стимул для развития», добавила ведущий менеджер по развитию франчайзинга Анна Талардава. Рынок мы изучали, анализируя успешные показатели нашего первого магазина в Дагестане, который находится в Махачкале на улице Иракского. Мы выбирали город для дальнейшего развития и, посоветовавшись с нашим партнером, с ее многочисленными связями, родственниками, мы поняли, что следующим городом обязательно должен быть Хасавюрт, потому что это исторически торговый город в хорошем смысле этого слова. Почти в каждой семье есть предприниматель, у кого-то есть свой маленький магазин, но наш магазин будет первым сетевым магазином здесь, и мы этим очень гордимся. Он получился светлым и красивым. Его площадь составляет 120 метров. Для «Акулы» это, в принципе, немного, но этого вполне хватает, чтобы вкусно и красиво представить все модели из нашей коллекции от 0 до 14 лет, и обувь, и белье ассортимент. Я считаю, что наша изюминка именно в том, что коллекции очень яркие. Найти такую яркую одежду для мальчика с интересными принтами и деталями достаточно сложно. В «Акуле» можно сделать это с легкостью. Опрошенные первые посетители магазина не скрывали эмоций. По их словам, из разнообразия аналогичных магазинов других компаний их привлек легкий и красочный дизайн витрины магазина «Акула», а также заявление акции. Напомним, бренд «Акула» насчитывает более 415 магазинов в России, Белоруссии, Латвии, Азербайджане, Армении и Индии. Ассортиментный ряд включает множество разнообразных по цвету и фасонов моделей повседневной, школьной, спортивной и праздничной одежды, в состав которой входят материалы высокого качества. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».